Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить малосольные помидоры и огурцы. Для приготовления нам потребуется. Здесь у меня, скажем так, около килограмма огурцов, примерно половина килограмма помидоров небольших, и те, и другие небольшого размера. Где-то две головки, можно взять меньше, чеснока. Здесь у меня один перчик чили. Если нет свежего, можно заменить просто обычным такими вот горошинками черного перца. Лавровый лист. Здесь у меня палочки сельдерея. Вот столько, можно взять столько, сколько вы хотите. Я взяла еще сладкий перчик, пучок укропа, соль и сахар. На это количество овощей я возьму 2 литра воды для приготовления рассола. В рассол я положу 2 столовые ложки соли на каждый литр воды и 2 столовые ложки сахара. Ждем, когда рассол закипит. Дадим ему прокипеть пару минут. Пока вода у нас кипятится, мы подготовим помидоры и огурцы.
Я уложила специи, уложила помидоры, огурцы, сельдерей, в общем, все в металлическую миску. Для чего? Поскольку я буду держать наши малосольные огурцы с помидорами в пластиковой банке, я сначала залью горячим рассолом овощи и специи в миске, а когда рассол подстынет, все переложу вот в эту банку. Итак, наш рассол кипит. Сейчас я его вылью на наши помидоры и огурцы. Я все закрыла крышкой и оставляю остывать наш рассол, пока он не станет так слегка теплым или холодным, а потом я все переложу в банку. Итак, у меня прошло полчаса. Рассол остыл. Теперь я его солью и буду укладывать наши овощи в банку. Итак, наши помидоры с огурцами будут готовы примерно в течение 2 дней. Их нужно пробовать. Как только они достаточно просолятся, банку мы ставим в холодильник. А пока что она у нас будет храниться эти 2 дня при комнатной температуре. Итак, прошло 2 дня. Наши малосольные огурцы и помидоры готовы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!